Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Глава Тувышалбанк Караул предложил запустить губернаторский проект по Тотжинскому району, считающимся базовым для оленеводства. Условное название проекта – «Утварь для оленеводческой семьи». Его смысл в том, чтобы максимально поддержать и облегчить жизнь семьям тотжинцев, которые занимаются разведением оленей и вынуждены круглый год кочевать по тайге. Проект будет включать покупку снегохода, оружия и палатки с оборудованием для автономного проживания и ведения хозяйства. Напомним, несколько лет назад по инициативе главы правительства был создан фонд помощи оленеводам на принципах частного и государственного участия. Деньги фонда направлены на сохранение поголовья оленей в Туве. Также был заключен договор о запрете забоя оленей на мясо. Оленеводам выплачивали субсидии на сохранение и содержание животных. Кроме того, была усилена работа по ветеринарному контролю. В Кызыле продолжается строительство жилья для детей-сирот. Один из объектов, строящихся по этой программе, расположен по улице Кахем, 90А, в районе аптеку управления. Здесь идет возведение комплекса из трех домов, где часть квартир будет предоставлена детям-сиротам, а остальные выставлены на продажу. Чтобы компенсировать низкую стоимость госконтракта и построить качественное жилье, мы сделали небольшие квартиры-студии, которые может продавать населению. На сегодня в условиях кризиса это самое востребованное жилье для граждан, не имеющих собственного угла, как говорится, хоть и маленькая квартира, зато своя личная. И на коммунальных услугах экономия будет большая. Вот, например, молодым семьям, которые хотят жить отдельно от родителей, небольшая и доступная квартира – очень хороший вариант. Как рассказал Артур Мангуш, все стены дома, включая перегородки и фасад, возведены из бетона, и нет ни одной стены из гипсокартона. Стены утеплены пенополиуретаном, что даст возможность новоселам экономить на оплате за тепло. Некоторые кызылчане уже присмотрели себе квартиры в новостройке. Понравился вот этот дом, вот первый этаж, вот квартира вот слева от второго подъезда. Ну, как строитель, скажу так. Довольно качественно строится, материалы современные. Первые в Туве технологии утепления стен. Я очень разбираюсь, вот, и привередливо к этому отношусь. Меня все устраивает. То, что я выбрал, это, пока еще есть возможность, она для других уже скоро закончится. Желающих много, тут конкуренция для покупателей. Первый дом по улице Кахим, 90А, планируется сдать уже в скором времени. Все эти условия нами получены, в том числе и на отопление. Мы уже приложили и испытали теплотрассу, вот и канализацию. Поэтому первый дом мы заселим в декабре. Как отмечают строители, по новым требованиям из каждой квартиры идет по два своих воздуховода. То есть все запахи будут уходить наружу, а не к соседу. Грант в размере более 30 миллионов рублей присужден Туве правительством России за результаты социально-экономического развития в прошлом году. Решение принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Казака. Кроме Тувы, гранты за такие же успехи получили еще 39 регионов России. Бонусы за позитивную социально-экономическую динамику, предусмотренные в федеральном бюджете в рамках государственной программы развития федеративных отношений и создания условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами. Темпы развития регионов оцениваются, исходя из комплекса показателей, прежде всего показателей роста собственных доходов и объема инвестиций в основной капитал. Кроме того, учитывается демография, реальные денежные доходы людей, уровень безработицы, доля учащихся и другие параметры. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 45 копеек, евро 67 рублей 77 копеек. Е капиталын пажин сады паза тудып алырынга ажыгларынга тузалар біз. Сэс сэшюс чэды чүсчэден пэш он и чэден и. Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Ба! В РБТРУ акция. При покупке от 3 и более единиц техники вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТРУ. Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года первая и последняя распродажа в магазине «Братишки Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены.
Туве в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели на пожаре трех людей, в том числе двух малолетних детей на Чабанской стоянке в местечке Эдыкхем села и Тоджинского района, выявлен факт убийства при превышении необходимой обороны. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе пожаротехническая экспертиза для установления причины возгорания. По версии следствия, в избушке на Чабанской стоянке 12 октября текущего года совместно распивали спиртное супружеская пара и трое гостей. В это время в доме также находились двое малолетних детей. Это трехлетний сын хозяйки дома и внук одной из гостей. Около двух часов ночи, когда все остальные спали, между супругами возникла ссора, переросшая в драку. В ходе драки, предположительно от упавшей на пол керосиновой лампы, началось возгорание. В ходе драки хозяйка дома, явно превышая пределы необходимой обороны, нанесла удар ножом в область правого бедра своего супруга, причинив колото-резанную рану правого бедра с повреждением бедренной вены. В дальнейшем потерпевший от обильной кровопотери скончался во время доставления в медицинское учреждение. Находившиеся в горящей избушке двое взрослых успели спастись, а пожилая гостья с внуком, а также трехлетний сын хозяйки дома погибли. В выборе специализации выпускников 2017 года по результатам профориентационной работы отраслевых министерств лидирующие позиции заняли такие направления, как инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, а также сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. Об этом сообщило Министерство образования и науки Республики на аппаратном совещании в правительстве. Так, по данным ведомства, в текущем году из 2173 выпускников школ в высшие и среднеучебные заведения поступили 2007 человек. По сравнению с данными прошлого года, рост составил более 8%. В этом году в вузы поступили 920 человек, из них 573 школьников в Тувинский госуниверситет. В средних учебных заведениях учебу продолжат более 1000 студентов. Из 450 участников губернаторского проекта в каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием, более 160 выпускников этого года поступили в вузы страны, еще 242 человека в среднепрофессиональные учреждения. В этом году был обозначен 60-процентный показатель поступления среди участников проекта. План перевыполнили в Тесхемском, Эрзинском районах и городе Кызыле. Показатели выше 50% достигли Кызылский и Мангунтайгинский районы. Сегодня в Национальном музее Тувы открылась выставка «Ровесник октября», посвященная одному из организаторов колхозного движения Тувы Нурсату Хавалыгу. По словам организаторов, по жизни Нурсата Хавалыга можно смело отследить и историю республики. Так, на выставке будут представлены экспоненты времен становления коллективного хозяйства «Советская Тува». Также будут представлены его фотографии. Нурсат Хавалыг родился 7 ноября 1917 года на зимней стоянке в местечке Узун-Саир Сумона-Баянкул Кызылского района. В 1937 году работал в управлении связи Тувинской Народной Республики. С 1938 по 1941 год работал заведующим Барнхемческого и Кахемского районных узлов связи. С 1941 по 1943 год работал бухгалтером-счетоводом в управлении связи Тувинской Народной Республики. Ему поручили, значит, поднять отстающие колхозы, значит, в Кахемском Кашуне. Там были три маленькие колхоза, он их объединил под общим названием «Советская Тува». Конечно, были очень сложные такие преграды, многие не хотели вступать в колхоз, он их убеждал, агитировал. Были такое даже разрешение, как народного добра было, но он был умелым руководителем, вот. Он сумел сплотить, значит, вокруг себя хороший вот коллектив. Накануне в Государственной филармонии имени Халилова прошел концерт духового оркестра правительства Республики Тыва. Музыкальный вечер стал открытием концертного сезона и данью памяти Тимура Дулуша. Концерт стал практически первым в Туве выступлением оркестра без его художественного руководителя и дирижера, наставника и друга, заслуженного артиста Республики Тыва Тимура Дулуша. Большую часть вокальных партий исполнила солистка оркестра, народная артистка Тувы Софья Караул. Отметим, в планах духового оркестра гастроли в Байтайгинский и Чахольские районы. После этого музыканты приступят к подготовке 10-го юбилейного концертного сезона.
По инициативе Всемирной организации здравоохранения традиционно в середине октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом. И практически до конца ноября медики стараются привлечь внимание общественности к проблеме ревматологических заболеваний. По словам врачей и ревматологов, заболевания суставов стали международной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10% населения планеты страдает артритом. А в России, по данным Минздрава, насчитывается более 10 миллионов больных артрозом и около 300 тысяч ревматоидным артритом. Распознать такие болезни очень непросто. Да и сам человек часто недооценивает всю серьезность проблемы, откладывает визит к врачу на потом, снижая свои шансы на выздоровление. С этой болью лучше сразу обратиться к специалисту. Не нужно заниматься самолечением. Препаратов сейчас очень много. Помимо какого-то положительного действия, они имеют свои отрицательные моменты, такие как портят желудочно-кишечный тракт, поднимают давление. Поэтому с любой болью в суставах лучше всего проконсультироваться у специалиста. В нашем центре с болями в суставах мы после консультации можем назначить вам какое-то обследование. Это анализы на уровень кальция, на уровень витамина D, на различные другие там, заболевания уже костно-мышечной системы. Мы проведем вам диагностику по заболеванию, направим на рентгенографию, можем сделать ультразвук суставов. И после этого уже назначим вам какое-то лечение, которое конкретно подходит вам. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой и умеренный мокрый снег. На дорогах гололедица. В Кызыле облачно с прояснениями. Ночью -3, -5 градусов, днем -1, +1. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром -6 градусов, днем -2. На Полке пасмурно, временами снег. Температура утром 0 градусов, днем -2. В Танзбее пасмурно, снег. Температура утром 0 градусов, днем -2. По всей трассе проезд удовлетворительный.